Всем привет, народ! С вами снова я, Семченко, со мной сегодня Флэкджики, и мы играем в Dead by Daylight, или Day Night, как игра называется? Hey, what's up, ребята? Привет. Dead by Daylight, Dead by Daylight, Кирюха, я давай. Забываю постоянно название этой игры. Короче, мы тут жесткий левел, ну, я не знаю, как Джонни, я вообще жесткий левел, у меня 8-й ранг и 40-й левел. Вообще, меня Кирюха просто... задрот, играть по КД, смотрю, я Кирилл реально, Dead я by просто, Daylight я просто постоянно. Каждый день сажусь, у меня утро начинается не с кофе, а утро начинается с Dead by... Опа! Перк показал. Ой-ой-ой, все, бегаем, маньяк с бензопилой, там долбанутый анимен. Тихо, анимен. Он бежит. Анимен бежит. Хватит, анимен. Тихо. Короче, есть один очень крутой... Он за мной идет, блин. Да-да-да. Джонни, если что, можешь не ссать, я тебя спасу. Сразу говорю, пацаны, в эту игру мы уже, блин, ну, достаточно давно играем. Мы задроты, около дома бегать. Ой, ой, он долбанутый. Сейчас волосатый член. Он меня обманывает, Я туда сюда прыгаю. Смотри, Джонни. Если что хочешь, я его отвлеку. Он бензопилой меня пугает. Что он делает? Он пугает меня. Я просто хочу перепрыгнуть, он хочет меня поймать на бензопилу. Со стеной дерется, нет? Нет, он... О! Фух! Разогнался. Уворачиваемся, ребята. Сваливай. Рефлексируем, ребята. Он думает, что ты все еще в доме. Прикинь. Он реально думает, что ты уже... Все, дуралей. О, мы почти генератор дочинили. Давай, Джонни, а я пока внутрь. К сожалению, ребята, у меня звуки сейчас, ну, на минимуме, поэтому я половину не буду слышать, к сожалению. Я буду подсказывать. Он здесь, он, короче, генератор пасет. Подсказываю, у меня есть перк, который будет его показывать, но, к сожалению, вот звуки именно сердцебиения я плохо слышу, потому что, ну, пришлось потише сделать ради вас, пацаны. Бежит сюда, но! Тихо. Куда? Эй! Долбоёб, смотри, оп, и Джонни, все, что? Правильно, он починил генератор. Друзей, убегаем, давай, Кирюха, ещё генератор. Дай разводи его. Я дальше чиню. А, чинишь, окей. Я тоже один генератор возьму сейчас, и будем его. О, все, до свидания, даун какой-то уже, все. До свидули, так. До свидули, парень. Ой, get wrecked, мадафака. Вот сюда перелазь, куда ты полез? Скотина двухметровая, смотри. В полех полез, парень. Ай, больно в полезе. Опа, обманочка какая. Много... Хрена мы его разводим, слышь, Джонни? Мы там вдвоем, что ли, против него? Чувак, это просто игра с это, между окон с ним. он реально, да, он не может, типа... Он пытался меня обмануть, но у него не получилось ни хрена. Развод года. Так, я почти... О, парня вылечили. Слышь, Джонни, мы с ним тут играем просто в этом, в шашки. Ну-ка, давай лоха разводи. Ой, блядь, да, у меня, сука. Сейчас. Я почти починил, короче, генератор. У меня четверть осталось где-то. Бля, он задрал уже. Он не понимает, что он нас здесь не поймает ни хрена. Так вы давайте разводите, он же дурак, дуралей. А мы, я тут генератор еще немножко... Help! На разводил, Кирюха. Да, разводились. Мавроди. Все, еще один генератор. Так. Помогите, Джонни, слышишь? Да, где? Иди к автобусу желтому. Я просто его не услышал, к сожалению, он меня успел резануть, пока я тут сам орал. О, я почти починил. К желтому автобусу, ты где? Джонни, я починил. О, красава, бегу в эту сторону. Бегу. Я бегу. Он туда, ой, все разбегаются просто. Джонни, уходи. Я убегаю. Он меня ловит. Сейчас Кирюху резану. Он похож на Юру Хованского. Убегаем. Да, рыжие такие волосы у чувака. Помогите. Или это Афоня, блин, он на объект, на обоих похож. На объект, красава, Кирюха. Да, хватит. Перепутал. Кирюха! Ох! Спокойствие. Развел. Джонни, я его развел. Да я тоже, пока вы там разводите, я тут потихоньку генератор. Он меня задрал уже. Я? Он меня задрал, Джонни. Я понял, Кирилл. Между окон тут. Все, он меня отвалил. Блять! Я ему больше не нравлюсь. Все, я сундук, по-моему, вскрою. А, Зинька сейчас выпадет. Ой, за мной пошел, пидорас. Открываем хромокейс. Сейчас, Кирюх. Ребята, что из хромокейса? Он за мной, сука, ходит. Хромокейса выпадает. Блять, где он? Чувак, фонарь, подожди, Кирюх, я... Все, за мной пошел, блядь! Сука, Джонни, беги, я один хп, у меня один хп. Пошел отсюда, фу. Нехорошо, хочу трогать. Нет! Даун, сука. Спаси меня, тёлка. Спаси меня. Все, открыто. Я бегу. Беги, Кирюха, давай. Я бегу открывать. Давай, баба. Открываем кейс, ребята. Открываем кейс. Он за нами бежит, тупая ты, пиздец! Хули она мне блочит, тварь тупая, блядь! А, он тут, алло, сюда его не веди, только сука, какая она тупая, блядь! Тупая ты, мразь! Ты прикинь, какая мразь, просто стояла, блядь!
Да, у меня тоже такие бывают. А нет, она специально... Я открыл дверь рядом с домом. Ты понимаешь? Какая ты мразь, блядь! Братка не брошу! Братка не брошу, братка не брошу. Блядь, Кирилл, какая она мразь тупая. Братка не брошу, запомни эти слова. Братка не брошу, тут эти люк есть. Кирюха, я просто вам... Помогите! Ты, блин, Кирилл, ты просто понимаешь, она, сука, взяла и встала, бля. Нет! Ну там писечка осталась, сука! Там, ну кухан посадили. Я ва... И она меня спасает, блядь, она тупая. На, нахуй. Поебал ее. Все, убегаем, убегаем, спаси Кирюха. Спаси меня, убегаем, тупая. Убегаем, убегаем, Кирюха, он, в принципе, включил. Разбежался, разбежался, давай, давай. Ты спасся? Нет, нет. Я от него убежать хочу. А, сука! Играем! Бля! Сука! Ой, бля, Кирюха! Туда-сюда танцевали вместе с ним. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Смотри за Кирюхой. Убежал. Не поймаешь. А! Вот так-то, ребята, какой левел? Сейчас посмотрим, как меня апгрейдят. Я за Негритовской посмотрю, давай за Негритовской тоже посмотрим. Жестко, жестко. Так, восьмой, опа, дали мне. Сколько мне очков дали, чувак? Давай посмотрим, как она спасется. Да-да-да, смотрю, смотрю, это Мари Сен. У нас на каждого персонажа есть эти, как его, блогеры. А почему? Ой, она другой этот, прикинь, решил открыть. Подожди, тихо, она. Вот это она дура, сейчас ее сейчас тут... Бля, ее сейчас грохнут. Ее сейчас грохнет тут, Юрка Хованский бежит. Тихо. Оп-оп-оп-оп, обманывай, сори. Ох, хрена. Как его просто развела, ты посмотри. Жестко. Жестко. Ты его вообще все развели. Не, ну сука, какая она мразь, конечно, тупая была. Я не понимаю, блядь. А что она делает, алло? Я не знаю, она его троллит, походу. А что она делает? Она играется с ним. Я сейчас убьет он. Она играется с ним, смотри. Оп. Оп, паркур. Фига, развод. Оп, я почти. Я поймал, он почти поймал. Да, он мог ее схватить и все. Ой, бензопила включится. О, бензопила пошла. Тихо, тихо, смотри, резанул, резанул, но мимо. Смотри, смотри, смотри. Блин, его весело обманывать просто. Мы с ним так играли. О, сейчас зарежу. Джонни. А. Мне кажется, это будет бесконечно. Не-не-не, мне кажется, она просто играется с ним, я не знаю. Ну-ка. Сколько еще это будет продолжаться, пацаны? Он там тусуется. Он сейчас реально разбежится и ее зарежет, я отвечаю. Рокер. Рокер. Виталий, еее, рок! Хардкор. Что они делают, я не понимаю. Он просто уже в другой, он пошел в другой. Всё, он уже запутался со своей бензопилой. И в ту сторону пошел. Мне кажется, на люк может спокойно найти. Зачем ее выход открыть? А там люк был около большого здания. Она могла вот тут справа у здания люк. А, во-во-вот. Она, походу, бежит туда. Она как раз к нему и бежит, походу, да, к этому люку. Тут люк был, я видел. Сейчас посмотрю. Оп, паркур. Она тихо перелезает. Она, смотри, она бежит. Она знает, что... О! В люк! Она... Че, она троллит сейчас его будет? Я не знаю. Давай, прыгай. А, перед ним хочет уйти. Она ждет его, короче. Смотри, она реально просто троллит его. Я не знаю, чувак, давай прокачиваться. Мне кажется, это она будет до бесконечности его троллировать. Да. Фонарик забрала или что? Короче, пофиг. Короче, пофиг, да. Реально. Посмотрим, сколько дало. 12 косарей все. Мне дало. Джонни, тебе сколько? Сейчас, у меня грузит. И там же 11, миссии всякие 13. Есть. Короче, мы почти у меня 13, да, почти. Маньяка. В итоге вышло. Так, я сейчас походу по блудвебу посмотрю, что у меня вообще есть. У меня там много всего крутого есть. Так, пацаны, давайте апгрейд сделаем. Если вам понравилась эта серия, то мы продолжим в следующий раз. Только вы поставьте лайки. Вот единственное, что с вас нужно. И в следующий раз мы снимем, и я просто не знаю, мы реально еще народ позовем, мне кажется, угар будет жесткий. Да, вчетвером, ты прикинь, вся тема так и сидит, троллит его, просто туда-сюда бегать. По-жесткому, да, его разводим. Так, ну что, сейчас я прокачаюсь тут все это дело. Я, короче, очень сильно хочу саботер взять, чтобы вот этот ломать, ну, сам у тебя есть этот саботер. Вот, сейчас у меня новый левел, походу, будет. Да, мне дали новый левел, 41-й, ребята. Да, вот понимаете, сука, Кирилл вообще такой задрал. У меня только 17-й, я вот эту игру раньше Кирилла, я раньше Кирюха начал играть. У меня последняя стадия Dark Senses доступна. Ну ладно, пацаны, короче, мы договорились, да? С вас лайки, правильно, Джонни? Да, с вас лайки, ребята, с нас крутецкая серия. Серия крутецкая, угарная, как сегодня, не знаю. Но я сегодня поугарал точно знатно. Не, ну мы вообще поржали дико, пацаны. Так что с вас еще подписка на мой канал, на канал Джонни Флэг GK. Ссылка будет в описании. Не забывайте комментировать этот ролик. На этом все. С вами были Семченко и Джонни. Скоро увидимся, новых встреч. Пока-пока. Всем удачи, всем пока, ребят.